В Министерстве внутренних дел прошло торжественное собрание в преддверии Дня Республики. Сотрудников ведомства отметили наградами и очередными званиями. Медали за спасение утопающих вручили трем бендерским спасателям. В июле с интервалом в несколько дней они вытащили из воды двух подростков. Только заступили, вот буквально через полчаса крик. Мы, естественно, сразу побежали на этот крик и увидели в воде голову метрах 20 от берега. Естественно, сразу бросились в воду. Течение было очень сильное из-за того, что вода еще была поднята. И это было близко к повороту. Течение относило от берега. Сначала попытались так его вытащить, но без плавсредств это не получилось. Потом пришлось уже воспользоваться кругом. И с помощью круга, ну, метров 300 по течению, пока из-за сильного течения не могли к берегу пристать. Наградами отметили также постовых милиционеров, работников кризисного центра и медиков. Я благодарю вас за добросовестную службу. Уверен, что в дальнейшем ваши силы, знания и опыт, верность служебному долгу будут способствовать безопасности наших граждан. Вспоминали сегодня и погибших товарищей. Памятнику сотрудники милиции возложили цветы.